Глава Ленинского района встретился с коллективом Видновской районной клинической больницы. Валерий Венцель обсудил с медиками ежегодное обращение губернатора Московской области, а также планы по развитию здравоохранения в муниципалитете. Глава района рассказал на встрече о планах по ремонту лечебных учреждений района на этот год. Сюда попадает третья хирургия, сюда попадает детская поликлиника, значит, в РКБ, сюда попадает также и перинатальный центр в части замены инженерных коммуникаций, которые давно необходимо уже поменять. Валерий Венцель сообщил о мерах по улучшению работы скорой медицинской помощи. С марта текущего года появятся дополнительные экипажи в поселениях, а запланированный ремонт и реконструкция дорог района помогут сократить время ожидания скорой помощи. В прошлом году мы 3 поста организовали, но оказалось, что этого недостаточно. И мы еще будем прибавлять по одному экипажу, развилку, Молокова, Булатникова, в Дрожжино. Глава муниципалитета рассказал медикам о результатах встречи с губернатором региона, решении вопроса с очистными сооружениями в 6-м микрорайоне и появлении современных поликлиник, которые обязаны возводить застройщики новых микрорайонов. А также ответил на вопрос, волнующий всех сотрудников Видновской РКБ, о том, когда будет назначен новый главный врач учреждения. Нам АБКВ не надо. Нам нужен человек, который знает ситуацию, понимает, как нужно работать с коллективом. И по сути, да, вот мы там сейчас ручную помощь от области получаем, но нам нужен антикризисный управляющий. Затем Валерий Венцель выслушал предложение коллектива Видновской больницы. Медики сообщили о том, что отделения травматологии и реанимации Видновской РКБ особо нуждаются в ремонте и замене устаревшей аппаратуры. А также рассказали о проблемах Молоковской поликлиники. Глава пообещал взять на контроль все озвученные проблемы.